Всем привет! Да, и сегодня, как вы уже заметили, мои дорогие подписчики, мы сегодня с вами играем в нашу любимую игру Воробоц. Да. И как же вы любите вот этот изумительный бой, который называется стычка. И сегодня я покажу вам персонажей, точнее не персонажей, а роботов, представителей этого боя, которые появились. Сам не понимаю, о чем я говорю. Короче, сегодня я покажу вам бой стычка, хотя я это уже несколько тысяч раз показывал. Блин. Итак, бой начинается. Смотрите, что за офигенные роботы. Так, давайте возьмем моего любимого. Все только с этими роботами! Ну, почти все. Вы посмотрите, и вы только додумайтесь. Они все встанут в ряд, мои союзники. Все в ряд в один встанут. И как начнут поливать? Сразу всех перебьют. Офигеть. Видимо, им очень нравится этот робот. Вот если честно, не знаю, я заходил ли туда в видео. Короче, я захожу... Ой, о чем я говорю? Я коплю на этого крутого робота. Так, убили. Я коплю на вот этого робота. Да, у него, конечно, способность есть такая. Смотрите. Сразу 4 пушки вставляет, но при этом он ходить не может. Видите, я двигаю. Ничего не получается. А когда пушки задвигаются, мы можем ходить. Блин, не достаем. А вот, ну... Ой-о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 й. На. Привет! 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 Пока! А что мы пытаемся сделать? А что мы, извините, пытаемся сделать? А что мы не пытаемся сделать? Что мы уже осуществили то, что мы хотели? Во-во, давай вместе в ряд. Стреляй. Давай, во-во-во. Молодчина. Молодец. Так, так, давай. Зря встал. Надо уходить, а не стоять. Ребята, у меня очень мало жизней. У него, видимо, тоже. У него минус одна пушка. Минус союзник. Нет, у меня минус пушка. Нет, 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 нет. Ребята меня убили. Ладно. Это мой тоже любимый робот. Конечно, я никого не куплю. Хотелось бы. Блин, я совсем забыл, что я на других коплю. Дурак. Да, опять же я шучу. И почему-то мой, так сказать, плоский юмор убил меня. Хотя не до конца. Вся эта полоска, как сказать, утрачена на ветер. Кинуто на ветер. На ветер, на котором облака летают. И как раз я сейчас на то небо полетел. И моему роботу воздуха не хватило. И я умер! Так. Так, давайте вот так сделаем. Вы не глупцы! Я... Не в губце. Или нет, извините. Мадам или мисс, не знаю. Хотя мисс и мадам это одно и то же. Так. Так. Бежим. И нифига не догоняем.
Мы бежим и бежим и бежим и бежим и можем пойти обратно, потому что мы зря все это делали и потому что нас убили, точнее пока что не убили. Спасибо, спасибо, что подстреливаешь. Мы идем. Мы пробиваемся сквозь пули. Не, уже не пробиваемся. Зря мы пробивались. Ждем. Ждем. Ребята, наконец-то! Наконец-то! Ребят, наконец! Наконец! Наконец, наконец! Наконец-то он... Что я вообще говорю? Ах, да! Наконец-то я умер! Спасибо, игра, за то, что ты меня взяла и убила. А у меня остался последний робот. А мы сейчас выиграли. Блин, ребята, мы проиграли. Но все равно победа. Наша команда победила, но не важно, что мы... Ну, не важно, что мы проиграли. Нифига, я целых 3 человека. Офигеть. И, наконец-то, тот парень спустил свой щит. Из-за того, что прошло, вы не представляете, как много времени прошло. Только потом он дезактивировал. Так, у нас 30. У меня сегодня счастливое событие произошло. Во-первых, вы наверняка уже заметили, когда я только начал снимать видео, то, что у меня очень много золота. И самое крутое, что на этом роботе у меня есть пилот. На этом роботе у меня есть такая молодая женщина, которая сидит за этим роботом, я так понимаю, усиляет его, делает его сильнее, не знаю. Я, конечно, не знаю, как помогают там. Зачем вообще нужны пилоты в игре Воробот? Спишите, я не знаю. Такую рифму создал прям. Например, слушайте. Пишите в комментариях, я не знаю, как это. А точнее... Не, я рифму никакую нифига не создал. Могу только тупую рифму создать. Другую рифму никакую не могу. Я вообще рифму не придумываю. Я не художник, чтобы придумать рифму. Блин, о чем я вообще говорю? Художники, они рифмы не придумывают. Или придумывают. Короче, я запинываюсь. Я тут болтал, и меня скоро убьют. Да, ребята. Сейчас это был не я. Точно, 100% вам говорю, это был не я. 100%. О, привет!
Пока. Хотя, не я тебя убил. Ты офигел, ты моего врага убил. Ну хотя это наш враг. Я с тобой согласен. Это наш враг. И блин, что за фигня? Извините, робот, а вы не можете немного пушки... пушки немного наверх еще поднять? А хотя уже не надо. Благодарю. Уже, но уже не надо. Так, так, так. Я совсем забыл. Это как раз вот тот робот, и я снимал про него видео. Кого я обманываю? У меня его нет. В другом бою стычка тоже был такой робот. Подожди меня! Мы с тобой как братья. Куда ты угнал? Вот он. Мы с тобой как братья. У нас одинаковые пушки. Ты куда погнал? Моя любовь ушла далеко, далеко. Хотя на самом деле не так и далеко. Вот тут рядом. Хотя не важно. Все равно я сам убежал. О, а давайте-ка со спины нападем. Так нас никто не видит. А давайте-ка вот этого робота со спины. Со спины давайте. Крутую тактику. Ребят, мы со спины его бьем. Он нас даже не видит. Извините. Извините, что пробрался на вашу территорию. А хотя он и так меня не достанет, у меня бесконечная невидимость. Привет. Что вы тут делаете? Чай пьете? Я тоже хочу. Налейте мне, пожалуйста, одну чашечку чая или кофе. Ну что вы там пьете, например? А, только воду? Ну, короче, я понял. Ну, ладно, ну... Что ж, ну, я пойду. Раз так, я пойду. До свидания, вот я вам руку пожму. Да. Огромное спасибо, что пожали мне руку в ответ. Ребята мне пушку оторвали. Зачем? Как я задел эту кнопку тупую? Я не должен был. Как я ее задел? Я ее задел. Как? Вот типа тот робот. Вот он, конечно, дурак. Чё он натворил? Сам себя убил. Здравствуйте. Угу. Благодарю, что вы со мной поздоровались. Мистер Робот! А что мы хотели сделать? А ничего. Все, пока. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, я сказала. Вообще невежливый. Вообще невежливый человек. На, получите. Вас воспитанию не учили. Вы в детский сад не ходили. А вас там научили бы манерам. И в школе. В школе в основном учатся. И вам тоже не помешало бы, мистер Робот, сходить в школу, манерам научиться. А, я думал, что... Я думаю, что у этого до сих пор включено. Привет. Здравствуйте. Я хотел тут с вами немного полетать, если вы не против. А, вам уже пора? Ладно, пока. 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 Извините. Давайте я вам руку. Благодарность пожму, да. Мы проиграли, ребята. Посмотрите на полосу наших.
и на полосу красных. Нас убили. Вот прям рифму из Бенди. Тэнк машин. Как-то так. Не совсем разбираюсь в английском языке. Или это не английский язык. Другой. Филбокс. А, филбокс это я. Клим. А, БВГ. О, еще русский какой-то нашелся. К тому же из нашей. А, вон стоит. Вот он. Клим. А, БВГ какой-то. Че у него за ник? Я не понимаю. Короче, тоже русский какой-то. И я русский, и он русский. А, понятно. Он, надеюсь, поймет, что я тоже русский. В команду поступим потом. Нет. Извините, я вам руку жать не хочу. А хотя почему? У меня же защитное поле есть. А ну-ка, идите сюда. Я хочу вам руку пожать. Идите сюда. Да. Только мне патроны надо восстановить. Извините, я-то иду на секунду патроны восстановить. Идите со мной. Не. Все, теперь можете идти. Вот на. Меня еще сзади атакуют. Так, ну давайте. Так, нет. 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 Нет, ребята. Мне пожали руку как следует. Так сказать. Так сказать. По-другому никак. Короче, ребята, думаю, что буду завершать. Да, думаю, что буду завершать. Я показал вам всех роботов. Короче, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока. Всем пока.